Привет, сегодня я покажу свою дизайнерскую посылку от LuxArt, производителя материалов для творчества. Итак, у нас вышла новая линейка Lumet, вот она, такая вся красивая, баночки такие стильные, мне очень нравятся, ну и сами красочки, смотрите, какие тона. Сейчас я буду скрывать их вместе с вами. Напоминает жидкий металл, очень красивая фактура, такая вот. Запаха особо такого сильного не имеет, обычные краски, класс. Так, вот это вот красиво сейчас делать. Я люблю, когда и баночки тоже красивые. Я думаю, каждый любит, когда сами материалы для творчества тоже красивые, попало на руку. Посмотрим, как стирается. Вроде хорошо. Это девочки дизайн-команды мне говорили, что сотрется и будет на руках узор. Вот, красота. Я взяла картон, он у меня заранее загрунтован. Сейчас возьму кисть. Так, возьмем кисточку и попробуем цвет. Правда, напоминает какой-то жидкий металл, такое жидкое, как ртуть. Не знаю даже, как сказать, как жидкий металл. Выглядит очень здорово, необычно. Какая красота! Мне очень нравится. Боже мой, как красиво все сейчас закрашу. Ну-ка, на картоне как проверю заодно, как просто на картоне будет. Вообще здорово просто. Мне такое ощущение, что я покрыла настоящим золотом. Такой эффект я вижу впервые. Сколькими бы я красками не пользовалась. Но вот именно такой эффект первый раз я наблюдаю. Это не просто имитация металла, это вот настоящий металл. Вот у меня такое ощущение, что это просто самое настоящее золото. Вау. Это круто. Я в полном восторге. Так, отложу пока. Но даже камера этого не передаст. Но это действительно имитация металла. Золото. Классно. Такое вот, как будто маслянистое. Так, посмотрим дальше, что тут у нас. Так, теперь я буду так вот срезать. Хочу, чтобы все красиво оставалось. Так. Цвет называется «Звезды Массандры». Вот как кисточка жестко сразу деревенеет, точно металлизируется. Наверное, для этого специально мне очиститель для кисточек. Далее. Так, сейчас мы это помешаем. Вау! Просто! Это действительно, это как металлы. Это настоящие вот... Это не просто уже имитация металла, это просто металл. Жидкий металл Т-1000. Восторг. Полнейший. Это абсолютно другая фактура. Так. Обалдеть. Так, водой просто не стирается. Я вижу кисточка. Для этого специально есть
отсмывки для кистей. Вот сейчас я посмотрю, прочитаю. Это очиститель, глюмет, разбавитель, очиститель. Так. Спиртовой раствор с добавками. Ну, посмотрим сейчас, как что действовать. Как кисточки очистятся, так не... Так. Ух, точно спиртовой. Вот кисть моя, она такая вся уже металлюшка. Посмотрим. Да, вообще сразу все отпадает. Так, а это что у нас? Это у нас глянцевый спиртовой лак. Это, наверное, сверху покрывать. Ну, кисточка сразу моется, вы видите, да, на видео. Она очищается. То есть это не водой. Однозначно водой не смоешь. А, специально. Кисточка на месте моя, чистенькая лапочка такая. Так, это мы закроем пока. Спиртовое все-таки. Будем знать, что теперь очищается только... Так, так, а первый цвет у нас назывался песчаный пляж. Так, коллекция названа. Вот, осенняя Евпатория. Давно хотела этот цвет открыть, еще как только получила посылку. Он меня заинтриговал. Он такой... как вам описать, необычный, и мне его сразу захотелось открыть. Я сейчас открываю. Видите, внизу, то есть как бы прозрачное, тут пигмент этот металлизированный. Шикарный. Кто меня смотрит, девочки и мальчики, это полный восторг. Я такую краску вижу впервые, честное слово. Я не знаю, есть ли такие аналоги у зарубежных производителей. Но я очень рада, что он есть у нас. Потрясающий тон. Точно осенняя Евпатория. Сразу захотелось Крым. Я вот сразу наношу на обычную картонку. Вот я смотрю, загрунтованная картонка. Как выглядит тон и насыщенность. И как на обычном картоне. Мне, кстати, нравится больше, как на обычном. Такое ощущение, что прямо металл нанесли, и все. У меня кисточка еще с вот этой жидкостью. И она немножко снимает мне налет тут верхний. Ну, что я могу сказать? Это просто супер. Так, очистим сразу. Нет, не будем очищать, потому что сейчас опять не смогу тут проверить точно. Боже мой, какая красота. Так. Следующая у нас красочка. Крымская степь. Ну все, нужно ехать в Крым и ностальгировать. Боже мой. Какой тон, какой он красивый. Это жидкие металлы такие. Ох, какой шикарный. Люксар, ты меня волнуешь. Боже, какая красота. Посмотрите, только посмотрите, как ложится. Как будто бы у меня тут уже не картонка, а какая-то металлическая досочка. Просто шикарно. Хочу посмотреть, как будет перекликаться тона. Можно ли их смешивать? Ну, определенно можно. Ну, просто здоровски. Это обалденно. Это просто обалденно. Так, плотно закрываю. Свои Т-тысячи. Так, что-то далеко их поубирала. Не
видно в кадре. Не вижу сама. Так, еще у меня одна красочка. Вечерняя Ялта. Вот опять же, сверху жидкая, а внизу сам этот пигмент металлический. Ну, супер. Просто супер. Класс. У меня ощущение, что я крашу настоящим каким-то металлом. И это уже отличительная черта от обычных эффектов металликов. Такого я не видела. Так. Ой! Кисточку мою смою. Разбавитель для кисточек. Вначале прямо так сильно оно ее заделало, металл. Так, теперь мне тут жижка грязная. Я буду смотреть, насколько мне этой жидкости хватит. Она уже, конечно, вся заполнена. Но это же первый раз я пробую. Будем смотреть, какой расход. Так, это глянцевый. Глянцевый. Финишный лак, то есть это в конце, я так понимаю, покрываешь. И та-дам! Эффект металла. Я, конечно, не дождалась, чтобы высохло. Это рабышка. Ох, как здорово! Ну вот, действительно, у меня сейчас не картон с красками, а металлическая доска. Так, посмотрим, это смывается. Лак тоже в первый раз. Нет, тоже затвердел. Лак, видимо, такой же. Смою кисточку. Интересно, стоит ли ее вообще трясти? Может, не стоит оставить, потому что ее она сама снимется. Что могу сказать? Я вижу такой эффект впервые. Я такого эффекта никогда не видела. Это действительно здорово. Это очень красиво. Просто уже даже не нужно ничего имитировать. Это настоящий металл. Фактура просто. Настоящее золото, бронза, медь, серебро. Платина. Полный восторг. Это очень красиво. Конечно, моя любимая теперь это... Это что у нас было? Что-то с Крымом. Крымом Ялта, наверное. Нет, не Ялта. Мой любимый это теперь Евпатория осенняя. Просто шикарный тон. Вообще здоровский. Так. Далее мы посмотрим, тоже моя любимая линейка Роялов. Вот еще мне таких осенних прислали. Тонов, которые я не пользовалась, я тоже хочу открыть. Тон на Евпатории, такой вот золото-лимонное. Ой,
так это уже у нас обычная красочка. Очень красивая, очень бархатистый цвет. Очень красивое золото. Так, дальше мы смотрим. Так, этот цвет называется червоное золото. Боже мой, какая красота! Эти оттенки. Очень красивые оттенки. Так. Это золото коричневое. Палитра просто потрясающая. Так, это золото желтое. Какой красивый тон. Это надо все видеть только вживую. Словами не передать эту всю красоту. Красное золото. Ну просто тона бархатистые, насыщенные. Я тут уже целую картину нарисовала. Просто у меня тут идея пришла, возможно, я ее воплощу. Потому что мне нравятся вот эти уже переходы. Может, это будет будущая моя основа, которую тонирую так по краям. Итак, это были голды, Royal Golden. Посмотрим дальше. Так, что мне прислали. Так, дальше у меня. Ну, конечно, я не буду вскрывать эти баночки. Я их уже показывала. Это грунты. Это мой расходный материал. 3 месяца назад все закончилось. Просила прислать мне самые большие банки. Самого большого размера не оказалось, но средний размер. Я не против. Я только за. Так, также белый грунт. Куда без грунта вообще? Любой скрапер, любой миксмедийщик знает, что самое главное — это основа. Основа — это грунты, пасты, гели, то есть без них никуда. Это мои расходники. Очень быстро они источаются. Вот у меня гигантская банка бесцветного грунта. Это моя основа всех страничек, то есть холстиков. Это самый такой, самый, наверное, ходовой мой грунт бесцветный. Я на него также еще сажаю какой-то топпинг, декор, глиттер. Так, еще я попросила, скоро вот Новый год, конечно же, без глиттера. Я обожаю очень сильно глиттер, поэтому вот красный глиттер попросила себе. Выполняю коллекцию глиттеров, он у меня много расходуется. Ну, конечно же, мои любимые спрей-кристалл. Я в предыдущем обзоре им рассказывала и показывала, как они действуют. Я их обожаю. Люксарт, нужно задуматься, чтобы уже делать огромный такой флакон, как лак, такого размера, чтобы хватало, потому что я вообще не представляю, как я вообще без него жила в скраб-мире. То есть теперь моя работа ни одна просто не обходится без кристалл спрея. Это завершающий мой эффект. И топпинги на него садятся, и работа, она освежается, как бы она такой эффект стекловидного, такого эффект стекла
покрывает поверхность, поэтому без него я уже не могу просто жить. Нужно выпускать уже большими партиями. Это маленькая партия, так что нужно задуматься. Это очень классный материал. Я его всем просто советую. Без него невозможно ничего. Так, далее, конечно же, это кракелюрный лак. Кракелюр. Обожаю кракелюр. Он дает еще такой винтажный оттенок, мне нравится. Ну и, естественно, трещинки. Сейчас я хочу покрыть им свои металлоэлемент. Хочу покрыть, посмотреть, что будет, как будет выглядеть. Так, вот я сделаю. И оставлю сохнуть в свободном. Так, и еще вот новый у нас материал. Первый раз его вижу и буду использовать. Это клей-скотч. То есть на данный клей мы будем клеить любой декор. Он очень липкий. Покрываешь им и наносишь декор. Это незаменимый материал, когда нужно добавить топпингов, глиттеров, бусинок каких-то. То есть вот такой вот клей наш новый. Его я покажу чуть позже в обзоре, когда буду наносить на декор. Ну и у меня закончились мои любимые воски. Это золото и коричневое золото. Вот, теперь мне их обновили. Прошло полгода, они у меня закончились. Это ходовое у меня вообще золото. Ходовой воск. Ну и я вообще люблю добавлять золото в работу. Выглядит шикарно и роскошно. Итак, ну и напоследочек волшебные красочки люминесцентные, которые светятся ночью. Если их зажать сильно в руке, они будут в руке светиться. То есть это они насыщаются днем и ночью светятся. Прозрачные, мои любимые, белые и розовый и зеленый. Такие яркие тона. Вы их уже видели в работе, эти краски. Корабль, кисточка, также гримуар, АТС-ки. Еще несколько работ будет тоже выполнено с этими красками. Мне очень понравились они. Я на них, можно сказать, зависла, потому что это потрясающий эффект, яркий, сочный и светится ночью. Дети у меня вообще в восторге от этих красок. Пришлось старшей дочке даже домик покрасить, потому что так ей нравится, что они светятся. Вот так моя дизайнерская посылка. Я благодарна LuxArt, спасибо за эту красоту. Я очень счастлива. Мой любимый цвет. Конечно, фантастика. Осенняя Евпатория. Он меня покорил просто. Скоро вы увидите краски в работе. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал в Ютубе, на мою страничку в Инстаграм. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал LuxArt и на страничку Инстаграм LuxArt. Всего доброго. Пока-пока.